Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании, у нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бармалей, Фантом, Киллер. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите веселые слова. Всем привет! Всем привет! Желательно утро всем! Всем привет. Привет! Сегодня очень классный режим, потому что будут пацаны играть за монстров, я буду им скидывать бомбы, а пацаны должны пытаться выжить, а я должен их пытаться замочить. Мы скачали очень классное оружие на метеорит. Пацаны, вы готовы? Да. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Я уже это оружие забыл, его обновили, теперь оно не выбивает консольные ошибки. Это было первое. Стоп саунд. Погнали. Так, ребята, что дали жестче? Так, 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 пацаны, разгребай, надо, чтоб и меня не замочило. Только сказал. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, пацаны, давайте еще раз дизонем это оружие, и потом начну сбрасывать все-таки вам бомбы. Повыше, повыше. Ой, красиво, красиво. Кстати, мне кажется, этот метеорит настолько мало дамажит этим монстрам, что это без толку все. Он ваншотит. Да, убивает сразу? Да, прям мгновенно. Ой, это хорошо, мне это нравится. Давайте, пацаны, я надеюсь, вы сможете. Вы выдержите эти мощные взрывы. Ну еще пока не вижу, кто-то кого-то убил, а все живые. Оно ваншотит, наверное, когда ты не монстр. Когда ты монстр, оно тебя не убьет с первого раза. Ой, рядом, это было рядом. Ой, убило. Да, да, я верю. Красота, мочит. Вот мне понравился метеоритный дождь. Давайте это снизу посмотрим. Я знаю, что меня убьет, но это очень эпично. Погнали. Давайте вот в ту сторону карты стрельнем. Просрал, пацаны. Это просрало, так бывает. Полетело. Давайте, пацаны, да. А я пока оно летит. Так, красиво, красиво. Он очень далеко летит. Ну, правильно, я так и хотел. А мы пока вместе возьмем бомбочки, которые будем пацанам скидывать. Эй, ты что-то... Ой-ой-ой, прям по башке моим метеоритом. Шишку запилила мне. Так, продолжаем. Это все фигня. Миша, давай по новой. Так, сначала мы так их набросаем. А что оно делает вообще? Это что? Это горючее! Давайте их сжечь! Давайте, пацаны, вы все сгорите! Так, и тебя подождем! И тебя! Никто не уйдет живой! Короче, слабо, да, пацаны, дамажит? Слабо, 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 я вижу. Вообще все. А вот так оно взорвется, если будет с такой высоты падать? Да нечего там все равно. Да, да, сиреноголовый вообще ни о чем. А, нет. Нормально? О. Нет, вроде нормально, да. А, так оно не убивает, оно просто эффект красивый делает, но не мочит вас. Метеоритный нет, дождь был лучше. Нет, не дамажит, не дамажит. Давайте вот эти бомбы побросаем. Сейчас посмотрим, что это за бомбочки. Ого. Горячо. Ой, прикольно, прикольно. Мне вот эти бомбы нравятся. Пацаны, сейчас уже будет повеселее. Ну такое себе, просто какие-то вонючие осколочные гранаты. Вот и это вот пойдет у нас еще. Сейчас посмотрим это, что уже побольше я вижу бомбочки. Ой, идет. Осколочные. Нифига себе, осколки аж куда летят. Хорошо. Неплохо, да. О! Авиационная бомба! Скину пока есть несколько штук, потому что не знаю, какой от них эффект. Есть такие мощные бомбы. Просрала. Я знал, что некоторые бомбы отсырели, лежали с Нового года. Что? А чё они не дамажатся? Ну-ка, подожди, ща наступлю на них. Ой-ой-ой! Ребята, это, как всегда, лучшие кадры. Я даже не... Вы что, живые все? Ну да. Да почему так не... О! Нет, подожди, там кого-то одного убило, я видел. У меня есть мины, у меня есть мины. Они должны нормально жахать, я уверен. Ну давайте, пацаны, активируйте их. Не? Ой, прикольно, прикольно взрывается, кстати. Давайте поближе. Оно дамажит по-любому. Я думаю, что дамажит. Так, давайте, не, давайте. Не дам. Плохо, да, дамажит? Вот, вот что у меня есть.
такое. Пацаны, это домовуха. Так, пока домовуха. О, вот, вот. Я не знаю, что это, но очень интересно. Димас, ты где? Я тут, там куча дыма. Пацаны, что-то я слабо. Я вот хочу прям весело. Но боюсь, что вы сразу все погибнете. Нет? Страшно. Страшно, вырубай. Хорошо. Давайте сбросим. Ну, сразу скажу, разница между этими бомбами и теми будет настолько колоссальна, что я буду стрелять с этого уголка. Ну я предупредил. Ой-ой-ой. Падает еще, пацаны, вниз. Офигеть, под водой активируется. Ой-ой-ой, пацаны, что, не убило? Нет, она даже не дамажит. Короче, бомба называется зашквар. Я не знаю почему, но я больше не буду. Пацаны, вот это будет очень большая разница. Это так, добавочка в конце. Слабо, слабо. А это как петарды, знаете, Корсар 1000, знаете такой? Вот это оно летит. Ой! Корсар вас уничтожил просто на изично. Вот это класс. Пацаны, давайте я чищу карту, берите новых этих монстров. Давайте, я жду. А я пока бомбы подготовлю. Вот это корсарчики, пойдет, мне понравилось. Поаккуратнее, бери только бомбы. Это мощь была бомба. Так я тебе скажу, что бомбы на самом деле, они локальные, ну они взрывы не очень мощные, но урон здоровенный. Мне даже вылетело все. Мне понравилось. Мне вылетела игра. Да? Ну привыкай. Когда со мной люди записывают, у них вылетает игра. Гаррис Мод, я когда записываю такие режимы, надо очень мощный компьютер. Ой-ой-ой-ой-ой, красиво. Воу-воу-воу. Я, короче, в небо нарисовал крест из бомб. Это означает, что? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это эпик. Блин, мне так нравится. Пацаны, сейчас немножечко будут бомбы огненные. Немножечко с огнем. Давайте, я жду, пока вы берете монстров. Огненные это круче. Да? Ну как, они не огненные, там будет просто не просто взрыв, а запальной еще... Ну, сейчас увидите, короче. Ой-ой-ой, но нет, но это не те, пацаны, это не те. Блин, я не знаю, это, наверное, сейчас сразу всех убьет. А, всего 3 бомбы. Сейчас поймете, почему. Я уже догадываюсь. Я знаю эту бомбу, она называется... Вот. Сейчас. Да, вот она. Это бомба, которая, ну, нереально мощная. Ну, как она мощная? Она очень просто красиво взрывается. Пацаны, взяли монстров? Я вижу летучая мышь. Летучая мышь утонула, я видел. Это будет точно попадание. Вот это облажной огонь. Ребята, все как вы любите. Много взрывов. Ну все, давайте, шутки прочь. Берите этих. И сейчас я покажу бомбу нормально. Я еле так кто выжил, да? Давай, я выжил. Пацаны, вот вы берете монстра. Как вы думаете, кто из них самый живучий оказался? Летучая мышца. Да? Летучая мышца. Все, пацаны, погнали. А я вообще не знаю, они взорвутся или нет. Что-то слабые бомбы, мне кажется. Ого! Активировалась та бомба. Старая бомба активировалась, и она показала, что это мощь. Так, хорошо, это были слабые пердушки. Хлопушки, знаете такое? Вот это было. Сейчас дым сойдет, и я новые брошу. Нет, это не финишная, это не те бомбы. Я выжил. Выжил? Да. Я вроде тут, чем мы, это все. Ой-ой-ой.
Ух ты! Нормально? Нет, мне кажется, ненормально. Да. Не, пацаны, это слабо. Это было очень слабо. И давайте, пока вы берете... Бомбы, кстати, будут очень долго эти лететь, потому что они медленно летят. Мне хочется... Я хочу, чтобы было больше огня. Я не понимаю. 200 штук. Пацаны, там я вижу, горят полностью. Я псих. Все, ребята, я не знаю, у меня рука уже устала класса, но их там просто, не видите, что творится? Я думаю, что среди этого всего надо сделать вот так вот. Сейчас все сработает, надо просто время, пока бомба-то активируется. Ух ты! Вот это жесть, что происходит. Ого! Ребята, я такого еще ни разу в Гаррисмоде не делал. И гетро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!